Ну вот окно при неправильном открытии, оно вот так вот зависает, свисает, короче. И так открывается нараспашку. И открывается вот, вот так вот откидывающаяся она. И уже ручка никак не поворачивается. И у некоторых людей возникает паника. Все, окно не закрыть, не открыть, оно вот так вот болтается. Можно это легко поправить, просто взять вот эту штучку, отогнуть. Сейчас одной рукой неудобно. И держа вот эту штуку, надо повернуть ручку. Так, сейчас я изловчусь. Вот я повернул ручку, она ручка поворачивается, придерживая вот этот язычок. И тогда уже все, окно лечится, закрывается. Вот так просто можно поправить отвалившееся окно.